Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сир. Муник здесь, Кирилл Путбулов, и кто там в первый раз будет играть, можете увидеть Муник при регистрации, буду, в принципе, очень даже доволен, то, что вы это сделаете, короче. Итак, сегодня я вам покажу пару очень крутых, интересных и полезных команд, каких вы, возможно, не знали, возможно, знали. Так, думаю, начнем. Первая команда — это багажник. Думаю, многие не знали, возможно, нет. Смотрите, пишите Т-меню. Ну, по-моему, вот, да, Т-меню. Пишите и состояние. Видите, здесь пусто, но... как бы, если вы сюда положите, либо почините потом машину, либо релогните, все это пропадет, если что. Но, в принципе, если у вас не крашит и так далее, то можете юзать, потому что вы можете здесь возить патроны, наркотики, деньги не свет уложить вообще сюда, инструменты, аптечки и так далее. Итак, следующая команда, это у нас команда Валк. Что эта команда делает? Давайте я вам покажу. Очень даже странная команда, на самом деле. И скажу сразу, что, блин... Команды эти, как бы, это команды КРМП самой, они вложены в нее. Но не на всех серверах они работают. На Амазинге они все работают, по-моему. Но на других проектах, возможно, они не будут работать, поэтому пишу команду вот такую Валк. Вот такая вот команда Валк, если кто не видел, вот. И что начинает делать? Он начинает сам идти. Серьезно, он сейчас сам идет, я сейчас вообще ничего не трогаю. В принципе, я не знаю, блин, вебку не могу вам показать, но я ничего не нажимаю, он сам идет. Он сам идет, я могу вертеть мышкой вот так вот, и ничего не меняется. Он будет вот так идти все время, понимаете? Что бы я ни делал, он будет вот так вот идти. Ну, в принципе, если я сейчас там клавишу какую-то нажму, это все собьется. А так я сейчас ничего не делаю, в принципе, он сам идет. И это довольно-таки прикольно. А, вот, видите, можем пулять ним, и он все равно идет. Он все равно идет. И там приехали мусора, что мне вообще не нравится. В принципе, да. Так, давайте мы вот здесь станем. Так, можно, пожалуйста, сбить анимку? Так, смотрите, там мусора приехали. Там приехали мусора, тупо меня хотят повязать, походу. Бля, это не прикольно. Так, они выезжают, они выезжают. Смотрите, тупо мусора хотели меня повязать. Это довольно-таки, блин, сука, такой пиздец просто. Вот так оно бывает, пацаны. Это вовремя я отошел. Как они меня просто не увидели, блядь, это такой пиздец просто. Мусора реально подъехали, хотели меня повязать. Сука, ебать дауны просто. Ладно, смотрите, еще команда. Вот, пишите команду вот такую, DL. Зачем эта команда? Видите, вы здесь можете смотреть ХП машина, ID ее, ID какая она, ну, в криминалочке. Вот ID Туре, видите, Туре, это ID машины именно. Вы можете, допустим, зайти в этот салон, прописать эту команду и посмотреть ID машины. Потом зайти на сайт и посмотреть, на какую машину она заменена. Вы можете так, в принципе, понять, она быстро или нет, там, допустим, она заменена на Були, там, на Легию и так далее. Я думаю, это полезная команда, в принципе, поэтому, блин, юзайте ее, юзайте эту команду, потому что реально полезная команда. Вот, ХП даже показывается, вон у меня 99,6 и 6 ХП, точнее, 997 и 6 ХП у меня. Поэтому команда реально полезная, постоянно ее пользуюсь, поэтому тоже вам советую. Также есть команда Slash Q. Это быстрый выход с игры. В принципе, если вы там куда-то спешите, то вы можете прописать эту команду и сразу с игры выходить. Не нужно, блин, нажимать вот так вот, выйти с игры. Просто прописывайте команду, я вам сейчас показывать не буду, потому что запись прервется, но думаю, вы поняли, что это быстрый выход с игры. Если вы там куда-то спешите, либо еще что-то, просто пишите Slash Q, все, у вас быстрый выход. Раньше так разводили дальнобойщика, типа пишет, приписывает Slash Q, все там бабок дадут и так далее. Не видите себе, что это быстрый выход с игры. Тоже одна из полезных команд, возможно, кто-то не знает, только фоны. Только фоны — это выключить телефон, если что, вот. Пишите вот такую вот команду, и все, у вас вырубается телефон, и так само его включаете. Я думаю, блин, может, можно не все знали, но реально для меня это полезная команда, потому что бывает...
взяться, особенно хейтеры, вот, пишут, долбоёбы эти. Поэтому мне эта команда полезна, так сказать. Так, также есть команда ID. Так, через него можете посмотреть ID игрока, допустим. Пусть у меня будет... Поищем ID, не знаю даже какое. Допустим, Хабибов. Хабибов. Вот. И вы сможете посмотреть все ники с этой фамилией, так сказать. Реально полезная команда, если хочешь узнать ID игрока, в АФК он или нет. Допустим, даже админа можно так чекнуть на самом-то деле. Поэтому команда полезна, просто пишите ID, либо фамилию, либо имя, там, допустим, Кирилл, допустим. Допустим, Кирилл, да. Вот. В футболове у меня ID 16, все верно. Поэтому команда полезная, тоже. Юзайте, в принципе. Поэтому я сам ее часто использую, потому что надо там ID узнать, там, в игре игрок, в АФК, не в АФК. Поэтому юзайте эту команду, думаю, она для вас будет тоже очень даже полезная. Также есть команда MySkill. MySkill. Здесь сможете посмотреть свои скиллы, в принципе, для себя. А чтобы кому-то показать скиллы, просто пишите команду skill. Команду skill пишите вот так вот. Сейчас. Вот. И там ID выбираете. Допустим, даже... А ну, я смогу себе показать их. Не, не могу я себе показать. Ну ладно, думаю, вы поняли, в принципе, что это смотреть скиллы. Теперь вот такая вот команда Head Move. Это выключать вращение головы. Видите, теперь у меня голова вращается. Также мы прописываем ее снова, и все. У нас голова не будет вращаться. Видите, она у нас больше не вращается. Пишем обратно. Снова голова вращается. Нажимаем обратно, все. Голова у нас больше не вращается. Тоже, блин, не знаю, возможно, кому-то полезно. Но это особо для скинов нужно, чтобы вас... Ваш, блядь, персонаж голову не поворачивал, блядь, куда не надо. Чтобы нормальный скриншотик пацанский сделать такой прям с пушечкой, ну вы поняли. Это выключает у нас повороты головы. Также есть вот такая вот команда, Timestamp. Надеюсь, я правильно прочитал. Зачем это? Видите, вот время у меня показывает. Пропишем вот команду, все, теперь у меня не будет время показывать. Пишем снова, все, показывает время, вот. Здесь вам будет показывать реально время... Вашего компьютера. Ну, допустим, я живу в Украине, у меня сейчас 9 утра 47 минут. А в Москве сейчас 10 часов 47 минут. Поэтому здесь будет показываться настоящее время, какое стоит у вас на компьютере. Я думаю, это полезная команда. Вот такая вот. Выбираем. Ну, мне реально прикольно так, потому что постоянно писать тайм, тем более показывают не мое настоящее время, а, блин, мне, допустим, полезная команда, чтобы видеть постоянно... Сколько у меня времени сейчас в стране, так сказать, в настоящее время. Я думаю, эта команда довольно-таки прикольная. В чате она каждую строку показывает, в принципе, когда пишется, видите. Я думаю, это довольно-таки полезная команда, там, чтобы не проебать, допустим, тот же Payday, допустим, чтобы вы не вышли раньше и так далее. Я думаю, это будет тоже прикольная и полезная команда. Так, вот еще одна команда, Pagasize. Это у нас увеличение чата, смотрите. От 10. Вот, допустим, ну, 15, да? Вот, так увеличим чат. 20. Вот так вот. Теперь у нас большой чат такой. И так само его уменьшаем. Вот, на десяточку. Все, заебись. В принципе, тоже полезная команда. Размер чата. Может просто размер РЧ написать. Но у меня вот такая вот команда. Вот такая вот команда, думаю. Ну, думаю, кому интересно, на паузу поставите и увидите команду. Не нужно писать все в комментариях. В принципе, там, допустим, 18. Вот. 18, 20. Ну, я думаю, блин. Возможно, кому-то это будет полезно, блин. Чтобы у вас был большой вот такой вот огромный чат просто. Но, блин, я поставлю себе обратно стандартный. Вот. Вот такой вот чатик, я думаю, так будет нормально. Вот такие вот были команды, надеюсь, я вам помог хоть чем-то, потому что команды реально полезны, в принципе, какие вам пригодятся, возможно, на каждый день, возможно, нет, но, как по мне, это полезные команды и интересные, потому что многие, возможно, про них не знали, но я вам рассказал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видосиков и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror.
I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.